Добрый день, уважаемые зрители, добрый день, уважаемые участники проекта «Соулмаш». С вами, как всегда, Александр Сударев, и в этом видеоролике мы покажем вам очень интересное событие. Дело в том, что наша съемочная бригада посетила город Ярославль и побывала на производстве компании «Астрон». Компания «Астрон» является субподрядчиком компании «Соулмаш» и отвечает за производство металлоконструкций будущего ПКТБ, а также за его, собственно, саму сборку здания. Было отснято огромное количество материала. В Ярославле расположен самый новейший завод компании «Астрон», который отвечает всем современным требованиям, стандартам и так далее. На заводе применяется новейшее оборудование, которое позволяет добиваться высокого качества изделий, и в то же время те изделия, которые выходят с конвейера завода, обладают высокой степенью заводской готовности, что в свою очередь позволяет производить монтаж металлоконструкций прямо с колес. То есть фактически даже производитель говорит о том, что не рекомендует хранить свои металлоконструкции на площадке строительной, на открытом воздухе, скажем так, не более чем 3 недели. Вот, собственно, огромное количество материала было запечатлено, и в этом видеоролике вы увидите такую обзорную экскурсию по производству. И, конечно же, мы предоставим вашему вниманию возможность увидеть собственными глазами малую часть металлоконструкций, которые были уже изготовлены для строительства будущего ПКТБ. В дальнейших видеороликах вы познакомитесь с процессами, которые протекают на заводе, более подробно и более наглядно. Ну а сейчас приятного просмотра. Меня зовут Костюничев Сергей, я менеджер по работе с ключевыми клиентами компании «Астрон», и за моей спиной находится, можно сказать, уникальный материал для этого проекта. Это первые, по факту, Z-профили, которые мы произвели для этого проекта. Ну, можно подойти, посмотреть, вот здесь вот находится бирочка специальная, на которой указан номер проекта, номер детали, номер бома, в котором эта деталь будет производиться, вес. И, ну, собственно говоря, убедиться, что оно вообще есть живую, пожалуйста, подходите. Данные конструкции являются по факту прогонами. Они сделаны из Z-образного оцинкованного профиля и имеют вот такую вот Z-образную форму, благодаря которым они достаточно компактно друг друга складируются, очень удобно хранятся, очень удобно перевозятся. И самая главная выгода этого решения заключается в том, что для, ну, достаточно большого количества вот таких вот Z-профилей, которые понадобятся для этого проекта, нам потребуется, ну, относительно небольшое количество машин. Ну, имеется в виду для такого размера, такого большого проекта.